Всем привет! На связи Игорь. Вы находитесь на канале Ультра Выхлоп. Сегодня я хотел бы рассказать про два типа сварки. Первое – это полуавтоматическая сварка, и второе – аргонодуговая сварка. В целом, если говорить про полуавтомат, то это быстрый способ сварки. Он недорогой, тюнинг выполняется за несколько часов. Если мы говорим про аргон, аргонодуговую сварку, то здесь мы говорим про ручную работу, про высокое качество работы, высокую красоту швов. И, естественно, это требует большого количества времени, сил, и это сказывается на цене. Если не быть голословным, то на простом примере. Вот эту деталь мы делаем с 11 часов утра, и сейчас уже где-то 5 часов вечера. А здесь к нам недавно приехала машина, и мы уже ставим один резонатор. И через 2 часа она уже будет готова. А вот эта машина, она часов до 8 у нас еще побудет в сервисе, пока мы не выставим насадки. Еще очень важный момент, который я хотел сказать про сварку полуавтоматом, то, что многие экономят и там, потому что есть разница между нержавеющей сталью и есть разница между черным металлом. И, соответственно, нержавеющую сталь необходимо варить не обмедненной проволокой, а такой же нержавейкой. Если мы говорим про черный металл, а это в основном ремонтные работы, а не тюнинг, то здесь мы говорим о обмедненной проволоке. Она в разы дешевле, чем нержавеющая проволока на полуавтомате. Именно поэтому, когда вы выбираете сервис, вы можете услышать разную цену на одни и те же работы. У кого-то стоит 20, у кого-то 40, у кого-то 80 тысяч рублей. Но это не значит, что кто-то берет больше. Это значит то, что, скорее всего, эти люди, они делают просто на более качественных материалах и более дорогой тип сварки. Так каким же образом выбрать сервис для тюнинга? Если для вас важен результат работы, но не важен процесс, то вы можете выбрать сервис, где вам сделают на полуавтоматической сварке все работы, подберут звук, выберут насадки и все установят. Но если для вас важна эстетическая красота, надежность и качество сварки, то выбирайте сервис, где вам сделают на аргонодуговой сварке, соберут трассу. А кстати, как выбрать сервис, можете посмотреть вот в этом выпуске по ссылочке вверху. Спасибо за просмотр. С вами был Игорь из Ультра Выхлоп. Если вы хотите тюнинг на полуавтомате или на аргоне, обращайтесь к нам. Телефон для связи я оставил в описании. Также больше работ вы можете посмотреть здесь. Подписывайтесь также на наш Инстаграм. Пишите в комментариях, что вам понравилось или что вам не понравилось в видео. До новых встреч!